Национальный банк выпустил монету, посвященную чемпионату мира по футболу в Бразилии. Памятная монета сделана из серебра 925-й пробы и весит 24 грамма. Чеканка выпущена номиналом 100 тенге. Назгуль Талипова продолжит. Серебряную чеканку номиналом 100 тенге Национальный банк выпустил в обращении 17 марта этого года. Монета, изготовленная из серебра, весит на 24 грамма диаметром 37 миллиметров. Памятная монета посвящена чемпионату мира по футболу в Бразилии. На лицевой стороне аверсе внизу изображен герб нашей республики. Над ним имеется обрамление, стилизованное изображение стадиона. Здесь же на лицевой стороне обозначено металл, из которого изготовлена монета, проба, вес и год чеканки. В верхней части лицевой стороны изображен логотип Национального банка. Отличилась своей уникальностью и обратная сторона монеты. Здесь на центральной части изображены спортсмены в момент игры на фоне стилизованного стадиона. А по окружности вбита надпись на английском языке, подтверждающая, что монета посвящена чемпионату мира по футболу. Изображения и надписи на лицевой и обратной стороне монеты рельефные. Эксперты подчеркнули, что эти монеты будут хорошим подарком для спортсменов. Эта монета посвящена футболу. Каждый из нас интересуется спортом, футболом тем более, я считаю, каждый мужчина. В виде подарков, да, это очень, очень достойный подарок. Стоит такой подарок 5200 тенге. Приобрести его можно в неограниченном количестве в филиалах Национального банка. По мнению экспертов банка, серебряные монеты представляют не только коллекционную, историческую, но и инвестиционную ценность. Всего выпущено 6000 штук, 3000 из них уже выкупили представители Германии. Назгуль Талипова, Жанайдар Рахимжанов, Артем Ковалев, Пятый канал.